Привет, друзья! Сегодня ставим готовить то, что называется ростбиф, а я делаю ростпорк. Это немножко такое обманное средство, как это сделать вкусно, чтобы это было нежное, а не сухое мясо, как обычно бывает свинина. Уже есть у меня на канале этот рецепт, но я, так сказать, по дороге делаю. Это не суть видео нашего сегодняшнего. Попытаемся снять влог. Многие просят. Привет, Габулечка! Привет! Габулечка пришла уже со школы, разбирает свою сумочку. Показывает, какие у нее. А, это еще, наверное, Дэвид принес, потому что его не было на Valentine's Day. У них принято на всякие праздники. Детки часто приносят какие-то подарочки друг другу. Карандашики, пластилин. Только, Габочка, играйся здесь. Хорошо с пластилином. Не неси его на коврик или на второй этаж, окей? Мы ждем и Дошечку, который должен сейчас прийти. Он у нас уже сам ходит. Со школы возвращается. Большой мальчик. Мы его ждем. Вот он сейчас он должен подойти. У нас на улице холодновато, но сегодня не очень холодно. Привет, моя зайка. До сих пор камеры у меня нет. Снимаю я на телефон, поэтому и нету влогов, потому что не совсем удобно снимать. Но я попытаюсь сегодня это сделать, все-таки, несмотря ни на что. Даша, ты получил 4 по своему этому? Дай Тёмочку, мой хороший, дай. Молодец. 4, это хорошо, это максимальная оценка здесь. Получил по самостоятельной с умножением. Вот, у нас тут в 5 классе еще все продолжает учить умножение. Да, мы только начали деление учить. Ну, это не совсем сегодня. Вы уже учили дивижены до этого? Ну да. Не замерз? Нет, сынок, я не сделала баланес. Вы будете кушать. Я вот купила, была какая-то там, в общем, короче, сейл. Пробные упаковочки. Так я вообще обычно таким не страдаю. Но по доллару за упаковку купила. Думаю, что, как можно испортить френч фрай и чикен. Наггетс, chicken bites это называется, chicken bites, fries and chicken bites. Так что сейчас детки это покушают после школы как перекуску, да, Эдоша? Да. Так что сейчас поставим, будем делать это, наверное, надо в микроволновке делать, да? Yeah, а нет, овен тоже есть. Мне кажется, овен будет вкуснее. Yeah, microwave is better. 2 to 3 minutes, 1 to 2 minutes, careful. Да. В общем, короче, овен нужно все это, значит, разогреть духовку до 200 градусов. Ага, вытащить трей с бумаги. Ага, переложить это на лист для выпекания. 11-13 минут. Ну все, пока ты переоденешься, как раз я приготовлю, да? Yeah. Теперь давайте посмотрим, как упаковка отличается от реальности. Та-дам! Ну, в принципе, не очень. Может, вы понимали, выглядит это не так прям все распрятано. Так, я грею это не в микроволновой печи, а на... В духовке я предпочитаю все, что можно греть в духовке, греть в духовке. Во-первых, так вкуснее, конечно, дольше, но полезнее. Не хочу говорить это слово, но, по крайней мере, не в такой быстроте, как это делается в микроволновой печи. Вот сейчас вторую коробочку открою, и детки Привет. Будут кушать. Так, открываем и вставляем в маленькую духовочку. Так, все. Делается. Духовочка уже, конечно, не первой свежести, ей уже 5 лет, но мы ее пользуем вот реально, во все дыры, как говорится. Хорошо, стеклянный стол, поэтому под столом лежит куклы, а она на столе. Ты делаешь что сейчас из пластилина, Габочка? Что ты делаешь, Габи? А ты просто вытаскиваешь сейчас весь пластилин. Какие уже здесь у тебя цвета есть? Это все Дэвид дал? Откуда у тебя все это? Ну, со школы же ты принесла это. А, это подарки, которые тебе давали еще на Valentine's Day до этого.
Угу, понятно. Ну, играйся тут у нее все. Кроватка облепленная. Я не видела, что сюда наклейки наклеила. На кроватку от Икеи. Квартира для кукол. Та-дам! Такая вкусняшка. Все. Кушаем. Так, сейчас еще с Габушечкой, скорее всего, с Габи сделаем рогалики такие с корицей и с сахаром. Легкий перекус тоже после еды. И небольшой лайфхак. Я использую немножечко шкарлупу лука, чтобы тоже затемнить. Хотя это будет в барбекю соусе, в конце будет коричневое, для того, чтобы мясо тоже хоть немножко стало коричневым, потому что, как известно, свинина такое бесцветное, бледное мясо. Бросила немножко, у меня было шкарлупок. Лайфхак этот от Василия, повар Василий, которого я смотрю недавно. Ссылочку вот я вам здесь дам сверху в правом углу, можете нажать и посмотреть, перейти на его канал, на тот рецепт, там, где он дает вот этот вот лайфхак. О, мой бедный стак. Так, Габушечка, давай, ты идешь стульчик брать? Хорошо, так. Вот мы на телефон пытаемся снимать. Вот уже известный, мы не один раз уже готовили с этими рогаликами. Если я найду видео, я вам вставлю ссылочки. Мы готовили уже с детьми. Это, значит, это фирма Pillsbury. Я ее очень люблю. Pillsbury. У них очень много готовых таких есть продуктов. Уже готовые печенье, естественно, для рогаликов, для сосисок. Хорошо. Вот, мы раскрыли, теперь вот здесь есть такие вот, видите, стрелочки. По этим стрелочкам оно вот так, ну, я его сначала прожимаю, видите? И вот так раз. Беги, осторожно, зайчик, только не спеши, хорошо? А чем ты зайца этого принесла, чтобы зайка? Чтобы он все смотрел, какой кролик. Кролик все у нас пи-пи-пи-пи-пи смотрит. Еще и смеется. Вот такой вот кусочек теста это получается. Габи, только не жми. Не, ты же знаешь, как мы это делаем, бабуль, ты помнишь? Конечно. Мы должны его сейчас размотать. Сейчас я тебе помогу, и ты мне поможешь дальше, хорошо? Только не тяни, потому что здесь уже... Держи, а я буду делать так. Так. Раскатали. Не, не надо тянуть, хорошо, Габи, не надо тянуть. Окей, бейб? Все, мы раскатали. Надо уметь. Вот так. Вот так оно выглядит. Ой. Вот. Вот так. И сейчас. Смотри, ну, не так. Вот это, помнишь, у нас есть тут? Да. Только подожди, перед тем, как мы будем делать, Габусь, давай мы сначала присыпем. Вот так. Вот так. Это синамон. Синамон. Ты даже до сих пор икаешь? Синамон и шукер. Можно варенье, можно творог. У кого что есть. Так, теперь сахар я беру. Да, я тебе дам. На, возьми вот так чуть-чуть и посыпь. Не, не вытирайся об себя. Туда запей водой, сынок, у тебя икота не проходит. И еще. Молодец. Шугари. Очень... Сахарочек, да, вкусно. Все, теперь разрезай по вот этим палочкам, полосочкам. Ага, молодец. Ну, не надо много раз делать. Вот так вот, один раз. Все здесь пополам. Я с этой стороны сделаю, а ты стой, окей? Три. Теперь ты. Just one pass. One, two, и three. See the pass? Молодец. Так, теперь мы берем, сворачиваем от большого кусочка к маленькому. Вот так. See? Yes. Вот их скатай. Со своей стороны. А я буду делать со своей. Не-не, этот не надо уже трогать. Все, этот я уже сделала. Ложим его сразу на противень.
что мешает. Молодец. Good job. Good job. Так, кролик дальше смотрит, как Габи делает вместе с мамой. Молодец. This one looks really random. The last one for me. Yes. Да, и натягивай на себя его. Можно чуть-чуть натянуть, подожди. Вот так его немножко натянуть. Не-не-не-не. И вот сюда. И сейчас наматывай. Не-не-не-не-не, так не делай, наматывай. Хорошо, молодец. Джайнормус огромный. Все, давай сюда его влепим. Все, сейчас не будет делаться. Да. Ну как, сахар нормальный, Доша, все хорошо? Да. Ну, слава богу. Слава богу. Так, хорошо, давай, Дошечка, мы сейчас занимаемся. Давай, у нас есть новый кусочек, который Идошка сейчас разучивает. Пожалуйста, Идошечка, сыграй нам его хорошо, так вот. Приготовила. Ой, что-то мне не нравится, Габи подкашливает. Барбекю соус у меня осталось еще полбанки, чуть меньше, весь уйдет. Ну, естественно, моя любимая приправа перцев и всего остального. Значит, вот как выглядит наша, значит, луа, орк луан, значит, шея свиная, которую я варю. Осталось 10 минут, она варится 2 часа. Сейчас мы ее вытащим, очистим от этих шкурок. Видите, мясо более-менее хоть приобрело какой-то цвет, но неважно. Я его сейчас вилками вот в этом блюде растяну. Налью сюда барбекю соус. Ну, можете лить вообще любые соусы, какие вы хотите. И еще в духовочку. Ну, где-то, наверное, ну, на час будет много. Ну, на час это хорошо, лишним не будет. Наверное, на час. Так, вот таких два куска у нас мы выложили. И вот что дальше будет происходить. Вот как это выглядит после разделки. И смотрим дальше. Так, значит, я вылила сюда соевый соус, залила, вы видели, немного жидкости из, ну, в чем оно варилось. Сейчас я это, короче, все буду перемешивать, мне очень интересно смотреть. И как все перемешаю, покажу и ставлю в духовку на час на 180 градусов. И хочу с вами поделиться вот такой обновкой, то есть так будет правильнее смотреть. Приобрели мы это в Костко, Веледа. Вот такая вот тряпка на палке. Чем она мне понравилась? Во-первых, она уже есть у всех моих подруг. Во-вторых, это действительно, может быть, и в-первых, очень удобно. Потому что, значит, вот эта палочка, она уже идет не просто сразу с тряпкой. Сейчас мы ее раскроем и посмотрим. А идет с таким контейнером, в который можно наливать жидкость. Я не знаю, здесь, наверное, порядка литров... Больше литра, литра два, наверное.
ну, может, полтора. То есть можно сразу либо просто водой, либо с уксусом, либо с каким-то шампунем для пола, да. То есть как вы любите. Значит, оно вот так вот разбрызгивается, вытирается, а потом другой стороной она переворачивается, такая флиппи. Вытирайте насухо. И в придачу дается еще одна запасная тряпка. Их здесь две. Одна уже надетая, как бы на палке, а вторая дается в придачу. Их можно стирать, но, в общем, они вам прослужат очень хорошо. Я думаю, пару лет точно. У меня была такого плана тряпка, конечно, без вот этого контейнера для воды. Она мне прослужила 5 лет. Вот. Я думаю, что это должна не меньше. Здесь вот есть такая ручка. Вот такая ручка, видите? То есть оно как пистолетик вот так вот нажимается. Ой. Вода распрыскивается. В общем, сейчас раскроем, посмотрим, как это работает. Вот, кстати, написано. 3 easy steps, да, 3 легких шага. Fill the bottle. Наполняем бутылочку. Видите, даже нарисовано, что чайную ложечку буквально любой жидкости для пола или что, чем вы любите мыть пол. Моете, видите, оно как раз разбрызгивает. И можно стирать. Machine wash. Великолепно. Конечно, не с бельем, да, отдельно, просто на быструю стирку простирает, на каком-то этапе можно бросить. Класс, класс. Классно. В общем, будем смотреть, пробовать. Вот, уже я отстегнула, открыла. Отстегнула одну тряпочку, спрячу до лучших времен. Даже есть такой крючок, на который можно подвешивать. Вот, сейчас будем открывать дальше, смотреть, что здесь дальше есть. Так, смотрим дальше. Значит, вот рабочее состояние. Вот оно, рабочее состояние. Значит, вот видите, как она? Раз, два. Вот так она переворачивается. Раз, два. То есть, одной, например, вы вытираете пол стороной. Например, напшикали и там мокро, да? То есть, вы вытерли, а потом, если сильно напшикали, насухо вот так можно протереть. Следующее. Как открывается вот эта вот бутылочка. Это прикольно. Ой, сейчас мне нужно держать, чтобы это не упало. Вот здесь кнопочка. Оп. И она выскочила, эта бутылочка. Вот бутылочка. Ставим на пол. На пол. На стол. Короче, заполняем. Удобно заполнять. А вот как обычная питьевая бутылочка. Вот можно видеть, что даже здесь написано. Use only 2 teaspoons. Or clean solution plus water. То есть использовать не больше 2 чайных ложек какого-то, значит, да, жидкости для уборки плюс вода. Вот так вот. Так что даже написано. Ну что, проверим. Так. Вставляем. У меня здесь как раз есть. Так, а ну-ка смотрим, как будет пшикать. Вот. Видите, какой идет напор? И по этому напору. Сейчас тряпка-то сама по себе сухая. О, у меня здесь как раз столько горячего шоколада разных пять. Вот. Вот. Вау. Супер. О, тряпочка хорошо сразу напитала. Так, здесь у меня тоже. Главное, на телефоне напшикать. Угу. Ой, класс. Моет она такая, видимо, с этими всеми файберами. Файбер. Тряпка. Очень плавно входит сама вот это вот место с... Там, где нужно маневры, да, выполнить, видите, вот она очень хорошо идет. Вот если сейчас вам видно, то видно, какой мокрый пол. Вау, супер просто! Как мне нравится! Это, конечно, стоило своих $30, оно откупает. Да, кстати, стоимость $30. Такого удовольствия. Так, вот я намыла, я вижу, что он, конечно, слишком мокрый. Что я делаю? Я вот так раз... перевернула и насухо вытерла. О май гуднес, amazing, ребята, очень рекомендую. У кого еще нет,
приобретайте. И длина палки хорошая. И держать удобно. И очень легко вот этот вот маневр выполняется. Сама насадка с тряпкой. Все. Пол блестит. Могу себе представить, как удобно будет для паркета использовать вот этот вот вот эту тряпку, швабру. Так что, ребята, кто не купил, покупайте. Действительно рекомендую. Мне понравилось, я довольна. Я пошла дальше мыть пол. Намывать. Все сразу хочется помыть и почистить. Вам желаю хороших выходных, хорошего настроения. И уже, чтобы быстрее наступила весна. Пока!